танк, если здесь присоедините, пожалуйста. Ну, не захотели. Ханты, вы серьезно не захотели посох с кучей РПБ? Там просто пацаны с первого состава флеймят. Типа, какого хера вам падает, нам нет. Вы точно ханты уверены в этом? А что за посох? РПБ. Точно. Там очень хороший выпал. Который 39-й, что ли? Да. А кому вообще ноги съёбывают? А, хаста ханты такой себе на самом деле. Ну типа, РПБ много очень, 85, два сокета. Ну вместо хасты брит, и вообще зашибись. А, танки погнали, блять, если здесь. Корабль, если бы был крит, я бы его забрал бы. Если... Ну, так, нет, я играл, я понимаю, типа хаста нахер не уперлась. Все тогда окей. Агро апнет мишки хорошо. Хорошо. По-моему, больше. Бывай бы у него скорость нормальная, нормально забрал бы. По дальнему сыграйте, пожалуйста, РДП больше муликов, он повесит. Жалко вам, Саня, талант попался, да? Стопните, стопните по левому, стопните, стопните, пожалуйста, по левому, по правому сыграйте. Жесткий, жесткий. Погнали. Нет, ковунка берет того этот вихрь. Молись на то, чтобы тебе, в тебя кинули вихрь. Рогаля можно убить, типа, за такие идеи. А? 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 Ну, убийство Роги даю 10 золота. Да, хоть такие легенды. Ну, я где-то слышал такое, но... ДК, скажи мне, ты тот зумер? Пуляй! Ребят, запомнили. Кому не надо? Ну, у меня такие же, только лист. Да ни хрень. А, 200-й вообще. Ну, бебе. На, нахер, на, нахер. А зеленку-то не поставил на КД? Морю занул, что? Почему он жив еще до сих пор? Ухамас. Вы знаете, что надо делать в таких ситуациях? Так в смысле, он зеленку прожал, в него просто раскастоваться не успели. Я был готов к этому. Хорош. Тренировка окупилась. Столбал уже умирать. Нашер, сможешь расставить на трэш метки? Фласки обновить, у кого закончились?
Ну, да, перед боссом. Да, как бы. Оставь на юг Сарона. Ну, на Везусом пока дойдем, как раз сейчас останется до концерта. Это 11? Да, сегодня до 11, я решил до 12, не буду вас мучить. Все-таки выходы начинаются и так далее. В понедельник. Рыбу поставил. Благодарю. Че, дальше сам? Кто там что делает? Череп бьем? Треугольник мордун зуба. Угу. Хатьфу крест, шипы шкира, ром, репу полуне дайте, изикатка и квадрат в корне, клевый друид. Сразу метки свои запомнили на весь трэш. Череп мы вытягиваем, ауе не давайте только, ребята. Все, давайте контроль раздавайте, погнали. Забаньте. Сказали, а? То, что Мордун, блядь, дает бан. Алло. Спасибо. Крест сюда тяните. Не надо так. Сало дайте ему. Надо так. Разбань. Там ролл, смотрите, с квадратом обновить. Ну, надо убить, на самом деле. Так а дайте пироманту сало, пожалуйста. Которого души. Ну, короче, не аж ходили тогда в десятку. Ромб. В десятку ходили, я даю, короче, души мне. А моба вообще пофиг. Он скачок, кастует, сало дает. Нормальная тема. Фарсон только говорит, мне чисто похую. На вас и ваш рейд. Контроль? Какой контроль? Все, расставляю так же. Контрольте. Крест тяните. ДКшки, крест. Череп. Луну. Разбаньте. Направо сейчас сходите, влево идем, ребят. Большого зальем. Налево аккуратнее идите. Пал, иди сюда. Марина. Зумар тут?
Почему с потанком? Какого хуя танчишь? Сейчас перед боссом ребафт. Контроль. Черев гриб. Квадрат контроль. Хотя похер, давай сразу сейчас зальем его. Квадрат. Крест тяните. Забаньте элементарно. Да. Бан. Ром тяните. Может, треугольник разбанится, да, его. Там с ним друид веселится. РДД хилу есть, кто тактику не знает? Все то же самое, что и на нормально. Сейчас добьем, просто расскажу. Ну, рынок, если есть бабл, пожми бабл, контроль снимет. Он не прожмет, наверное. Мне кажется, ему похер. Есть такое. Дубль 2. Пробуем. Пизда вам. Пустите его. Потала на сыр вот. Живи. Нет. Я понял тебя, Хатьфу, я тебя понял. Просто маги очень сильно ДК не любят, они гриппы. Еще оставайся лакер, говорят. Хорош, Хатьфу, просто задушили, ребят. Сейчас, 10 секунд. Поставь треугольник, Няшер, как вы ставите обычно. Забаговать не могу. Как думаешь, спанчбол? Вот сюда поставь. Как ты думаешь, нам Холи Пэллер, Друид, Шамана хватит? Да, наверное, хватит. Хорошо, спанчбол, Кландик, спекните с ДД. Муренок тоже в ДД спекайся. Соло, ком отдельная просьба. Старфол на этом будет вообще не взять. Сорни твои пары должны остаться целыми. Танчит зумор. Большого мелко. Дайте ему агро набрать. Все РДДшники стоят в треугольнике. В одном прям кемпе. Все вместе рядом. То есть в один фрейм встаньте. Ни шаг влево, ни шаг вправо, именно четко в треугольнике. Я буду говорить вам, когда надо будет отойти. Также надо будет вносить метку. Но вы начинаете дамажить только после того, как пойдет первая лужа. То есть он когда нас лужу, мы отходим, лужа падает, обратно встаем, только после этого начинаете дамажить. За агро внимательно селить, еще будем сальвы раздавать. По костам, в принципе, любой один ДКшек может сбивать косты, кто может желающий есть. В принципе, это не трудно.
Да, Хартакил тогда сбивай все, там больше 10 секунд. Главное, смотри внимательно, чтобы на всплеск тьмы типа не давай, типа он себя будет все. Остальное сбивай все. Бейл даем после того, как появится сиранитовый враг. Мелики тоже аккуратней. И в сиранитовой пары будет Мелизони, Мор, Божественную Бурю. Типа не кастуй. Хилы, если у вас есть фласки на инту, лучше выбить на инту. Хотя, думаю, не понадобится. Все понятно. Танчит Муренок? Нет. Нет, Муренок спекается в Эрпало, потому что здесь трабль с маной. Еще не починили это. Зумар танчит, да? Там специальный билд нужен. Да, зумар танчит. Ты большого танчишь, потом, когда появляется ранитовый враг. РДДшки выдают ему время. Все, кто может напуливать, только спустя, допустим, там 10 секунд, начать заливать. То есть, как он наберет агро, нормально. Бейл дается, вы вливаете с него. Всем все понятно. Еще раз РДД, стойте все именно в треугольнике. Ни справа, ни слева. Потому что если на вас кинется залп, то пока люди будут отбегать, могут отлететь. Если на первой фазе это не особо критично, то на второй фазе, когда стаки посланников врага у нас будут, то это про смерть. Поэтому всех поездов стоят именно в треугольнике. А Локи может... А, Локи же порталы стоят, красавчики. Все, давайте, верчи на попу. С крестиком надо обязательно выбежать из рейда очень быстро назад. Вот там на спринтах, там на блинках. Маски. Я постараюсь озвучить, когда будет метка. Я с РДшками останусь, то буду ходить. Хилы, кто лучше, идите в мелизону. На пул, пока да, здесь на танк. Переагривать РДД нельзя. Не дамажьте РДшки, не дамажьте. Чуть подальше отойди. Чуть-чуть все. Отошли. Оу, ребят, полегче. Все прибыли. Дальше. Чуть-чуть еще протяни. Отошли. Все. Отлично. Все в треугольник. Четко в треугольник. Метка 5 секунд, приготовились. Отошли. Катьфу, выпрыгни. Катьфу, выпрыгни. Выбежал с крестик. Крестик. Куда с рейдом идешь? Очень долгая реакция. Так он дальше пошел с рейда вместе. Отошли. Обратно. Отошли. Метка 5 секунд, приготовились. Мимик вышел. Выбежал. Кто там куда бегает лишний? Встаньте в треугольник. Отошли. Все, разбежались. Левее нужно встать сейчас. Да, немножко левее встать, чтобы лучше стоять. Отошли. Теперь обратно метку ставлю. Скоро метка, приготовились. Отошли. Кронишка вышел. Кронишка из рейда. Угу. Хорошо. Ждешь, пока дебаф спадет, и обратно. Отошли. Хоть одну спору кто-нибудь видит вообще? А, вон вижу. Да, она в рейнже. Отошли. Метка 2 секунды. Приготовились. Отошли. Сейчас будет метка. Кронишка. Кронишка вышел. Четко в треугольник встаньте. Стоп. Кто там ауешит? Не ауешит, не ауешит. Отошли. Эту херню трогать вообще никому нельзя ничем. Отошли. Скоро метка будет. Вайв, дай весом тебе сальву. Не надо. Дед мать.
отошли. Приготовились, сорони, твой враг сейчас будет. Сейчас дайте танку агро набрать, на пульте на него. Секунд 5 дайте ему. На пул. Отошли. Сейчас к нам обратно зайдем, Белл, давайте. Щит, газ, бил. Чуть-чуть подведи его. Подведи его чуть-чуть. Белл. Далеко стоит, далеко стоит. Далеко еще стоит. Еще подведи, прям можешь развернуть. О. Метка сейчас будет. Отошли. Приготовились, метка. Чуть ближе станьте. Чуть ближе станьте в один кемп. Мимик, мимик вышел, мимик вышел. Отошли. Бьем элементарий сейчас. Что-то по элементарию мало ТПС. Отошли. Прикалываетесь? Так он впритык стоит. Как бы. Люди не понимают, как стоять нужно. Отошли. Метка. Отошли. Танк, танк, хил. Отошли. Метка скоро будет, приготовились. Отошли, спасибо, вышел. Спанч Боб убежал. Все, добиваем босса также. Можете чуть дальше отойти в треугольничек. Понял. Ну там уже мало будет. Мало будет. Она кончилась уже. Танк, слышишь, совет такой. Когда элементаль этот появляется, просто поверни в эту зону ебалом босса и элементаль. Ты можешь его вообще не разворачивать, можешь держать в рейд с лицом. Изначально. И лучше так и делай. Да, изначально так надо сделать. Ну я тоже самое сказал, в принципе. Ну пусть его давай так, если так удобнее тебе будет. Просто хитбоксы разные у них, у Рема и босса. ССБ у кого-нибудь? Шамана вроде есть. Шаман СС, вставай. Зуд дофига. Три соглашения, это очень много. Пойти ты на ханте, магия вообще не должна попадать. У вас есть скачок отрыв. Так а при чем здесь? Ну, там дело не в скачке, дело в том, что когда люди начинают отходить, хитбокс меняется, понимаешь? Ты привык отходить на одно расстояние, блядь, когда ты отбегаешь потом третий раз, или четвертый, или пятый, и хитбокс меняется, ты просто этого не увидишь. А третий лейт Эльдуара кто собирает? Тот же Камасутра. Все три лейда разные люди собирают. Рыбу поставил. А он сейчас онлайн за Камасутра? Сейчас гляну. Нет, я могу в Дискорд позвонить, если хочешь. Да не, не к спеху. Либо в Дискорде напиши ему.
Паладин, короче, без КД 3 спека. Там КД 3 попал. Да, ребят, когда говорил отходить, то есть прерывать свой каст и отходить. И не кидайте дот, всякую херню и так далее вне лужи. Экономьте ману. Вне лужи вообще нельзя бить. Как мана сольетесь, дайте мне анонс, мы начнем ману на гимн раздавать. Все, давайте встали на исходную, ребят. Еще 40 минут. Баф и престобаф. Отпейтесь все на фул. Да, хилы отпейтесь, радышки тоже отпейтесь. Локи второй портал, там не вижу. Все, вот где он стоит, там его примерно и танчит. Крис там где-то АФКшит. Метку, наверное, чуть подальше надо. Ну тыкните, блин. Через смело прием, как слышно. Камни заберите, кому надо, тоже. Таня особо не помог, если у нас так, если ты тебе. Нет, ну после отлета можно сожрать камушек и меньше напрягать хилов. Если ты слакаешь. Ну, вообще не должен летать. Это да. Все отрегенерились, все готовы. Так телесмелы АФК. А, она вылетела. А, нет, она здесь зашла уже. Да типа вайф особо не поможет, когда куча стаков будет. Хорошо, что хоть там. Телесмелы весом тебе готовы? Отпейтесь на фул. Да, фул ман, держите, ребят. Давайте еще раз рычу на фул. Через смайл отпейтесь. ЖДД пока не бьют, только ханты напуливают. А ты иди подальше. Стоп. Все, стой. Все, можешь развернуть. Побежали. Побежали. Метка 5 секунд, приготовились. Кроничка. Бежали. Отбежали. Метка 5 секунд.
Отбежали. Dead Mice. Dead Mice. Отбежали. Мирики, аккуратно, пары в мире. Да. Стоп нарисовал. Морник кастит. Морник кастит, если чё. Просто потом обновите дотки, да и все. Все, ауе стоп. Метка 5 секунд. Отпишешь. Вой Фьюри вышел. Еще, блин, споры там. ДК прожмись. Побежали. Побежали. Метка 5 секунд, приготовились. Побежали. Через мало вышло. Ё-моё, ебать, ослакер. Побежали. На пул стопнули, готовимся сранитого врага напуливать. Мире не ауешим. Бабл каплю дай по танку, изи катка. Зод вышел. Белл. Все, поехали потихоньку, смотрим за агро. Побежали. Метка 5 секунд, приготовились. Вышли. Хатьфу, вышел. Хатьфу, выпрыгнул. Ага. Зубы по танку. Нет зубов. Вайф, дай бабл и сакру на этого, на танка. Вышли. Добиваем Олема, также все, продолжаем делать. Сокрушение отбегаем. Метка будет сейчас, приготовились. Вышли. Хатьфу, заходи, выйди. О, хорош. Вышли. Вайф, бабл сакру по танку, дай вышли. Вайф, сакру не вижу. Она кончилась. Не, он только что. Метка сейчас будет. Мимик вышел. Не сейчас, мимик, выйди. Вышли, как только подойдем. Этот кландик, да, этот, гимноману. Кландик гимноману. Спасибо. Вышли. Через мало гимноману. Метка 5 секунд, приготовились. Вышли. Ой, Фьюри вышел. Мурон, дай бабл сакру в танке. Маны нет. Вышли.
Такой он, сука, долгий. О, Триня! Бесполезная Тринка. Сколько можно, блядь? Чё, самое веселое начинается. Поезд что, никому не надо? Он не очень лучше крафтовый. Не, ну да, ну, типа, может, нету у кого крафтового? У кого нет крафтового, есть 200-й. Манускрипт на ов, там на дис, ну, в смысле, на ов. Танки. Треня. Бесполезно. А чё, говорят, она сломанная или чё? Ну, прокает как кусок говна. Недавно тестировал пацан, у него прокнуло спустя где-то минуту. И потом по 2 минуты КД было. Няшер, вводим ханта кидать в портал? Типа сову возьмём, вводит вирус с собой? Да, я в портал буду. Я это кто? Демайс. Хочешь, да? Портал. О, в натуре давай за место меня, я тогда там сижу сверху. Да, идем плюс один сейчас. Никто ничего не делал. ДК должен быть по-любому. ДК. Тебе же наверху нехуй делать все равно. Сва, мне надо командовать, там у вас няша будет командовать, мне надо сверху будет. Пока. У вас 3ДК там есть. У вас сова, 3ДК, 2 пал. Торима даже няша активировать надо. Да. Все хорошо. Нет, ты Велими, Хилл, Вайв, Деза и Гландик. Сейчас тебе объясню. Сейчас ряд портала распределю. Короче, я подумал, нет, давай я Void Fury в портал не буду пихать, сам пойду в портал. Ребят, в общении в Дискорде я скинул разметку портала. Снизу указана дверь. Посмотрите, пожалуйста, кто находится в первой и второй плате. Че, мне не идти в портал, что ли? Void Fury? Ну. Не, не иди, я там побуду. Твоя задача наша какая будет? Водить за собой РДД кемп. Вы должны бегать одним кемпом. Чтобы схожее мышление моментально активировалось, чтобы далеко никто не стоял. Типа, я все равно там бесполезен буду, а ДПС для щупалец нужен будет. По меткам, ребят. Первый портал, смотрите, у вас расстал попасть первая, вторая группа. Первый портал дает Майс, второй Blackfly, третий Лореол, четвертый Селфи, Hard to Kill, пятый. Муренок шестой, Зикатка седьмой, Няшер восьмой, Кландик девятый, я десятый.
Если у вас будет вопрос по вашим порталам, просто смотрите. Первая, вторая группа, до 0-10 идете, и вы по очереди идете. То есть, на ком, если вы находитесь в группе. Сейчас я объясню, чем отличается. Сейчас, погоди. Порталы свои напишите в чат. Напишите свои порталы в чат. Первая группа от 0 до 5 по порядку, вторая группа от 6 до 10 по порядку. Как вы в группе находитесь? Все, вроде все, поняли. А, отличие, 10-й. В чем идет? До 10. 10 пробег. Отличие от плюс 4 в том, что у вас не будет санити, то есть вам надо будет беречь, зеленых лучей не будет. Вам надо за этим внимательно следить и в комнате отворачиваться от черепков. То есть вам надо здравомыслие сохранять. Соответственно, урон снижен, появляется новый скилл «Оглушающий рев». Мы будем на него мастеровать, давать двух паладина, чтобы не стопить дамаг. Первый будет давать вайв, второй – муренок, третий – языкатка. Я залагал. Не, давай так, значит, подожди, языкатка первый, вайв второй, мурена третий. Вот так сделаем. Мастераур на сосредоточение будет, то есть… Первый берет изикатка средоточение. Ему говорят давать мастерау, дает мастерау. Потом отдает, вайв забирает, она дает, потом муренок. По хилам у нас будет вайв, деза, кландик. Остальные могут спехнуться в ДД. Хилы мили дамагеры вы можете стоять спиной. Бить. Когда босс. Как это сказано, называется взгляд, да, вроде что-то такое. Когда вы. Взгляд безумца он будет кастовать, все отворачиваются, ждут, пока он пройдет и бьют. Также играют все милики по трэшу. Тайминги можно, знаете, какие тут? 6-4 или как там, вот этого взгляда? Окно какое? 15, это 25-ка. Десятки 6-4. А тут 15 и сколько секунд да. Окно? 15, всегда одинаково. 15 просто секунд. Таймер будет. Внимательно за сами следитесь, РДД у вас мало санти остается, не поворачивайте. И милики очень внимательно в комнатах. Я думаю, сейчас кто-то ДНК полутает, поэтому очень осторожно. По поводу порталов, кто как идет. Как выгоднее лучше раскидать? Няшер, Дэд Маш, что думаете? Милики право-лево, Мункин, я иду там в центр. АДП, там, АДП-со, там АДП-со зовет. Да нет, ну я тебе говорю, как лучше делать. Милики право-лево легче убивать. Рейнджам, центр идут. Да. Но, и ты, так же. Но ты один рейндж, в том-то и дело. Мункина нету? Нет, Мункина нету. Значит, я в центре буду бить, и когда вы будете сбегаться, будете последний добить. Можете рогаля пихнуть еще? Не, не надо. Вы все равно бежите по кругу. Ладно, хорошо. Давай тогда так. Black Flag, Loreal, Self, Hard to Kill слева. Блин, мне кажется, это полный булшит. Точно, точно уверен, что один по центру? Пойдет. Окей. Да, как всегда делаем. Хорошо. Муренок, Изикатка, Няша, Курабеков справа бегут. А насчет припотов. Милики там припоты будут, когда на них спадают. То есть вы через комнату через можете... Через портал, да. Через комнату вы можете юзать припоты. Касательно танка, как тебе танк? Сейчас я тебе объясню. На первой фазе ты идешь в центр и там танчишь. На кого кидать сорвение Сара, тут выходит подальше от мили-зоны. Косты не забываем сбивать. По лужам, РДД хилы бегайте очень аккуратно, слишком много не активируйте. Вторая фаза. Ты просто еще быстро кас сбиваешь, к большому не подходишь, просто бегаешь. Третья фаза. Будут бежать бессмертные стражи, твоя задача их танчить. Все. Да, танчишь возле босса, прямо перед его рожей. Да, перед то есть дверей будет стоять, ты находишь этого бессмертного стража, танчишь на себя, и мы заливаем его. РДД. Если лох, есть у тебя афлиспек весом, тебе лучше афлиспек сделать, полегче будет дамажить. Только афлиспек. Блин. Где же эти все афлилоки, как в первом рейде 8 штук? Скорее всего, долго очень будем бить. Да. Вот. В принципе, все. У кого есть, ребята, вопрос, задавайте. Кому что не понятно, лучше сразу на берегу выяснить, чем потом. Третья, четвертая всегда наверху. Третья, четвертая всегда наверху. Бегайте одним кемпом. Няшер, кинь на этого, на Void Fury метку, чтобы за ним все бегали.
Смотри, с первой группы рогаль еще раз. С первой группы все милики налево бегут, все милики со второй группы направо бегут. Дает майс по центру. Потом идет по центру, помогаем. Если что-то останется. Про пилот не забываем. Верчи на пол. Селфа, ты куда вышел? Дрёгается. Стамина и... Ну, просто хотя бы стамина. Интеллект уже есть. Да, сейчас зайдет, рибафнитесь. Я сегодня успею, у нас осталось 20 минут, ребят. То перенос будет на понедельник, соответственно, ёк. Сорон плюс один и собрание. Это... А больше логов нет у тебя? Вообще время. Нет, у меня вообще печали, ни один из них не африт. Ну, это вот, хуёво. Это... Можно было бы собрание убить, а понедельник убить. Это просто очень долго будем бить. Писец как. Селфа, заходи. Если что, будет в понедельник на сутках. Предупреждал, да, помню, хорошо. Селфа, заходи, давай. Скоро уже отдыхать, у тебя пищу немножко. Ну ладно, тогда твинов наберем. Посмотрим. Не, в любом случае, постарайтесь, если возможность будет, придите. Я могу даже чуть-чуть КРТ попозже поставить на 20.00. Паша, лучше как мы с таком начали, тему заканчивать. Селфа, ты заходишь, нет? Ну, писал-то, что ли, логается. Мирики может Сару фокус взять, когда она кастует рвение, там отображается на кого. Этот человек должен выйти. Напишет, что релогается. На 1, 2, 3, будет время. Диспелить не забывайте на второй фазе, моментально. Все, что есть. Да, маги тоже с диспелом соло тоже помогаете. Ну, селфа в дисе. Молчит, правда. Погнали так, пока пульнем разок. Ну давай погнать сейчас, подожди, РЧ. Проведу здесь все вообще нет. Погнали. В уже вообще не наступаем на первой фазе. Все, милики подбежали в центр, РТД по краям. Мирик тоже аккуратно. Мирик с лужами тоже аккуратно. Прохилите рогаля, прохилите рогаля, прохилите. Кас, бейте. Немного там, что, положим кто-то бегать? Yeah. Что-то вообще. Просто, вспомните, положим бегать, пожалуйста. Да, ты тоже, да, я пересую, снимай, когда будет пересада на нём. Сейчас. Снял. Приведется. Добейте быстрее. Кто там спаунит мобов, блядь? Стопните, ребят, по лужам бегать, пожалуйста. Забирай, выводи. Выводи их. Мелики косты кикаем обязательно. Удушающее выберу. Щупальца. К мобам не подходим, РДД хилы. Добили моба. РДД все мобы добейте, пожалуйста.
Рядом звездой весь кем бегает. От черепа отошли все быстро. Меня давай. Схватили, и на мне череп. Крестик, ты даун или как? Крестик, надо сбегаться. РТД большое пошли бить. За звездой, ребят. К большому подошли. Портал 10 секунд. Бейся. Бога заходите очень. Меня продиспелить надо в портале. Тут никто, походу, не предиспелит. О. Да все уже. О. Припоты пейте, прожимайтесь. Выходить. Что вообще хуёво? Так долго заходили? Нелик, не подходить. Щупальца добейте сначала лоу хпшно. Блин. Пошли со мной, команд, пошли со мной. Приталы, готовьтесь. Выбить? Удушаешь. Черепа отошли. Ой, блин, черепу не повезло. Быстро выходи оттуда. Портал 5 секунд. Что-то с щупальцами вообще проблема, ребят. РДД большие щупальца бьются. Только большие. Милики мелкие все. В порталах аккуратнее бегаем, отворачиваемся от черепов. Мне надо подхилить, клондайк, кто тут есть. Один в МК. Залейте. Там же всего Бернс не устанавливается, да? Нет. У нас лица нет. Надо портал, чтобы кто-то зашел с хилов. Да, портал 10 секунд. Эрдру, заходи с нами в портал. У твой портал 9, Эрдру. Большая щепотка справа. Не, заходи в портал. 9 портал, тебе мигаю на мини-карте. Мирики, на него ловим взгляд. Стараемся бегать нормально. Чтобы не ловить, отвернуться надо. Надо подхилить меня, друид. Анта, здесь. Мимик, встань. Пробабу тело. Не спальте, болезнь. Магию еще, приз. Вышло. Че, с щупальцем все херло. Подошли. Мышление, схожее мышление. Подойди. Ну где дисплей, АО? Давай.
10 секунд, сталь надо. Пиздец, еще пульца. От меня шарат ушли. Ну, я в говне, короче. Я понял. Тут уже не задиспелят все это дерьмо. Ты еще полез много дамага. Отходите сразу, ваше очередь. За зуда бы эрни. Отошли череп. Месси встать можешь? Угу. Месси встать можешь? А, Месси. Портала 10 секунд, стали. Диспел меня, демайзе диспел. Слушай, ну шупальца-то убили почти. В эфире Месси, Берни. Можно диспель? Деза, Зуда. Маны на БР нету, блядь. Диспельте меня в портале, пожалуйста. Деза, полезен, диспел в портале. Ну? Бахнуть. Высокого за 3, по-моему, переводит в первом составе. За 4. Это был же К4, по-моему. Это да. Я надеюсь, если вы возьмете, вышли быстро. Хоть шупальца залили. Мы по блестя не успеваем вообще никак. Угу. Сейчас дойдете до фазы, хоть поймете, как играть. Удушающий, чего было удушающим не играть? Большое сзади. Диспел меня, пожалуйста. И мелко там же. Диспел, диспел, диспел. Активный диспельте, ребят. Порталы. Схожее мышление. Почему вы в разных точках? Душевно болезненно мне дало. Отойдите, отойдите от меня, отойдите. Как-то от выдавливания умер. Череп, что ли, тебе дало или чё? Еще и связка была. Начало было далеко. Короче, нужен РЛ конкретно в этот. Выходить. Выходить. Ладно, давайте, давайте, давайте пойдем, мы себе медленно очень приводим. Падайте. Под большой встаньте все. Пробуем еще тро, если нет, то отдыхать пока. Хорошо. Еще раз я повторяю, вы всем РДД кемпом бегаете за звездой. Для того, чтобы схожее мышление быстрее, ну, быстрее сойти, чтобы не терять санити. Разлагающий шлюпальц это приоритет, как он берет, ну, берет контроль одного из игроков. Милик, я надеюсь, вы поняли, что вам надо делать. Очень медленно переводим.
А сколько хилов у нас? 3? Должно быть 3. Ребят, один трай остался. И все. Все, НДРТ до 11. Лаз запустим, идете отдыхать. Нет, здесь 3 хлана проходить, кландик опять вместе с нами ходит, друид и сверху. Слушай, или можешь, нам сову запихнуть, слышишь, Няшер, для диспейла? Ну там приз может диспейлить. Окей. Давайте быстро ребафнулись, поели рыбку. Сверху главное все быстро диспейлить. Да, ребята, не сажать. ДД тоже. Там, если что, шаманы могут прерывать косты у разлагающих. Так, мимоходом. В приоритете там большие шупаются, но желательно вообще мультидотить все, что видит. Нет. Давайте вострай. Интеллект. Возьмите камни, в порталах все подойдет особенно. ДК, вы в порталах можете прожимать зеленку, ДПС будет меньше идти. Все, погнали. На первый ужин, фазе, на пожалуйста, заходим. Видите, что лужа идет, сразу отходим. Не докастовываем, не стоим. За звездой ходите. РД хил за звездой бегайте. Стойте с ней в КМП. Мобов не переагриваем. Последний? Еще один, наверное, будет. No. Зумор. А, нет. Все. А, еще один, вот добейте его. Положим, только не бегайте. Быстро залейте его. Забери еще одного, забери. Все, вводи его, миль, как немало хп остается, отойдите от него. РДД хилы РДД тоже хил отошли. Милики отходим. Душающая. Ну, душающая всегда первая выбиваем. Да, просто берет контроль. Теперь милики маленькие, РДД большое. Сбавьте косты, разлагающие. А черепа отошли. С лучами аккуратнее, милик. Выбейте меня. У них рейндж больше, чем кажется. Выбейте меня, пожалуйста. Удушающие. Удушающие РДД там рядом с вами. Сразу надо выбивать удушающие. Успел меня сразу. Долго удушающие бейте. Долго свичить в него надо, ребят. Лучше аккуратнее смотрим. Схожие мышцы, далеко не расходитесь от черепа. Портал, 10 секунд. Порталом готовимся.
Уже занимать свою позицию. Удушающие быстрее сливайте, быстрее, быстрее. Сзади разлагающие. В комнате аккуратно. Угу. Когда будете бить, прожимки приподы все давайте. Приподы не жалейте, ребят. Я так понял, это самое лучшее, да, комната Няшер? Не, еще клинки. Она еще легче. Ну там просто по три, типа, они уехатся быстро. Но со мной быстро. 40 секунд, да. 7 секунд. Выходите, сейчас лучше. 17% сняли, там еще идут натикают. И тут чисто. РДшники, отлично. Все, кемпом одним бегайте. Отошли, отошли от черепа, в разные стороны. Ребят, чего за ним бежите, ребят? Чё, совсем что ли? Отойди, да отойди. Еще пульса. Два. С лучами аккуратнее, с лучами аккуратнее, сложное мышление. Садитесь. Ждал 10 секунд. По местам. А черепа отошли, черепа отошли. В эфире БР него как будет время. Зуда. Поднимаю. Прибавьте вы чем-то можете. Кулак лапкой не туда. Некоторые заходят, когда мы добиваем. Пошли большие. Ну, ребят, получше. Сейчас порталов все намного лучше. Вышли. Смотри, как у них чисто все. Через смело мимик сошлись. Удушающие залили все быстро. А черепа отошли. О, хорошо побежал, отлично. Отдал 10 секунд. Порталы свои зашли. О. Кто-то мой забрал. Молодцы. Беги в этот, я в дальний побегу. Ребят, аккуратнее бегаем. Не ловим взгляд. Мы с ЗКшником не можем пройти, лол. Ребят, порталы внимательно свои. Вы порядок указан? Херачьте, приподы пейте. Большой бей, большой бей. Не маленькое, большое сейчас. Приподы выпили. Вышли. Вышли, не афакашим, сразу бить идем. Лучше отойди, лучше отойди. Ребят, порталы свои еще раз посмотрите, пожалуйста. Десять секунд. Порталы скоро. Все, устали. От Няшера отойди, от Няшера отойди, от Няшера отойди. Череп. Лучше стойдите.
удушающий. И большой. Я не знаю, переведем, не переведем, сколько там процентов. Блин, 23. 23, нет. Встань. Как луч закончится, встанешь. Где-то вышли, есть? Вышли, вышли, вышли. Блять, у меня залагал, у меня зал... Блять. Вроде успел. Ебать, ты вылетел там на последней секунде. Ты это вообще жесть меня зафризило. Я думал, все ГГ. От черепа отошел. 10 секунд портала. Идите, готовьтесь, кто дальше стоит, кто здесь поближе стоит, тебе дальше бить. Все, готовьтесь. Чё, порталов столько свободно? Один портал есть. Кронишка, дезабер. Чего нет? Блэкфай, стопни по мобам. Пошли большое. Кронишка, Берни, деза. Ага. Это спотни. У вас что там сверху, нормально все? Большой объем фуловый. Стопнем тогда, стоп, 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 мильки, стоп, стоп, стоп. Скажи, когда там мало хп останется. Половина. Для похода типа. Переводите лучше. Нам надо переводить. Добиваем. Сейчас переводим, все, все вышли, встали в одно место. Звезду встали, звезду встали все, звезду встали спиной. Хилы стоят. Неша, можешь поносить, Эма? У меня что-то с домом травм. Отвернулись? Отвернулись. Отвернулись от йога. Чё, РД, РД, бейте босса. Чё, босса, да, бить. Мирики мобов, РД, босса. Эма, эма, эма. Нужно бы ближе поставить. Вань, забери сосредоточение, Вань, забери сосредоточение. Чуть ближе встаньте, вот так вот. Ещё идёт моб. Забирай мобы и прямо к боссу подводи. Бел, да, бел, дайте бел, бел, бел. Сильно близко. Отвернулись. Отвернулись, да. Слишком близко ставишь. Эма, эма. Мурена забирай. Сосредоточение. Слишком близко ставишь, тяжело. Забрал. Мерики мобов, РДД босс. Мирики, если окно есть, то по боссу тоже дамажим. Отвернулись. Эма, эма, эма. Все, дальше сало будет кидаться. Сало кидаться будет минуту, ребят. Да, йогим. Отвернулись. У вас мало санити остается, ребят, не рискуйте, лучше отвернем. Лови, лови моба. Отвернулись. Сало сейчас будет. Вернулись. Бомб, бомб. Спанч Боба, я же сказал, спанч Боба залейте быстро. Я сказал, если мало санити, то не поворачивайся. Сейчас а. Сало будет. Еще моб идет в рейд, без убьет. Сало было, так не смог стал. Киру, кто-то бернуть может? Вынесу, я вынес, деза, я вынес. Деза, я вынес. Берн. Блять, у него эта хуйня. Я вынесу его, я выбью, выведу, выведу. Отвилился? Да. Вот так, изи-катка, дайте изи-катке этот, сосредоточение. Мобов быстрее залили. Можешь мобу из Сема, да? Ну, вайв забирай, мобов. Вайв забирай.
почему если я вы... выведу. Дымай, ма. Морена, забирай. Жду. А пусть Шипа Гимн споет. Или Иннер дайте по Клондайку. Дайте Иннер по Клондайку. Дайте... Каст. Дайте Аур. Аура, да. Эма. Такое ощущение, что Мелики вообще не дамажит. Ты не сдох. Там отхиливает жестко. А, короче, ребят, убиваемо, но я больше вас не буду задерживать. В понедельник до нас будет, немного саб откорректируем. Вот, и убьем, думаю, в понедельник. Все, всем спасибо, всем удачи. Отхиливает же его моб. Да. Ну. Ну, по ощущениям медленно очень заливаем. Да не, нормально, просто ж теряют. Более я один. До первого раза заебись. Да, до первого раза. Если бы у нас Blackfly бы не умер, и еще кто-то бы там не умер. Думаю, нормально было против. Да, все, Рой. Но не завтра. Кира портал поставь. Где Кира? Кира. Сколько? 14%, да, ставили ему? 14%. 8 лимонов, а сколько это процентов?